24 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых трагедий в истории человечества. Тысячи жителей столицы Азербайджана рано утром 26 февраля собрались у мемориала, воздвигнутого в Хатаинском районе, в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в поминальной церемонии, посвященной 24-й годовщине Ходжалийского геноцида. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти. У мемориала был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии. Цветы к памятнику возложили премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев, первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. В церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетовых компаний, главы религиозных конфессий, а также жители Ходжалы, которым удалось спасти от бойни. Участники церемонии возложили к памятнику цветы.